Всем привет! В этом видео мы поговорим о проекте Frozen Exchange и обсудим его основные преимущества и идеи, а также углубимся в ее деятельность и дальнейшие планы. Frozen Exchange – это новая децентрализованная торговая платформа, которая обладает уникальным протоколом и многочисленными специальными функциями. Проект стремится стать самой предпочтительной децентрализованной криптоплатформой и делает все, чтобы понравиться потенциальному пользователю. Инновационный протокол предлагает легкую и доступную торговлю производными финансовыми инструментами, в которые пользователи могут торговать активами криптовалютных производных полностью в сети, прозрачно и без доверия, с высокой безопасностью и конфиденциальностью. Frozen Exchange обеспечивается токеном OLAF, его собственный токен, служащий основой его экосистемы. Держатели могут воспользоваться множеством преимуществ и использовать OLAF в других функциях, разработанной платформой. OLAF – это собственный токен BEP20 Frozen Exchange, расширяющий возможности его экосистемы. Держатели токенов OLAF могут получать пассивный доход, размещая свои токены в пулах ставок и получая взамен вознаграждение, а также фармить, использовать для NFT и участвовать в управлении платформой. Общее количество токенов OLAF составляет 100 миллионов. Распределение токенов происходит следующим образом. 1% токенов отправляется на бесплатную раздачу, 9% будут реализованы в публичной продаже, 10% уйдет команде и советникам, 5% укрепят ликвидность и целых 75% будут работать на сообщество. Frozen Exchange сосредоточились на предоставлении обмена, фермерства, ставок и NFT. В данный момент идет активная разработка данных функций, но они уже являются долгожданными и необходимыми для работы в криптопространстве. Уже скоро Frozen Exchange начнет свою эксклюзивную предпродажу. Чтобы не упустить столь значимое событие, необходимо заранее подготовиться к ней. Для участия в предпродажной подготовке команда проекта предлагает своим пользователям присоединиться к белому списку. Для этого необходимо перейти на официальный сайт проекта и открыть форму для присоединения к белому списку предпродажной подготовки Frozen Exchange. У проекта большие планы на весь 2022 год, которые отражены в дорожной карте проекта. Скоро нас ждет 3D NFT игра, запуск дополнительных токенов и много интересных функций. Остается лишь ждать и поддерживать данный проект. Если вас заинтересовал Frozen Exchange, то рекомендую вам лично ознакомиться с ним. Все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под видео. Дорогие друзья, спасибо за просмотр, всем пока!